друзья. Привет вам. Добрый день. Приехала я на бесплатку после работы. Смотрите, сколько вот в огород есть всяких растений. Бесплатно бери сколько хочешь. И, конечно же, я сейчас возьму перчик. Это такой. Наберу у меня там перчик. Так. Ой, как он уже хочет. Видите, как ему мало места. Я думала, то петрушка, а то кинза. То не любим мы кинзу. Так, пойду посмотрю, что там дальше. Все, друзья, приехала я уже домой. Давно приехала. И муха со мной приехала вот там. И покажу вам сейчас бесплатку. Поймала. Так, взяла растения. Я вам показывала, сколько было растений там. Много на улице. Один перчик там стоил сколько? $6 в магазине каком-то. Представляете? Вот такой большой. Я не знаю, почему у меня в огороде, смотрите, какая корневая уже. Сегодня я его высажу обязательно. У меня почему-то такие низкие, при земле такие сидят, те перчики уже цветут, а вот такие маленькие. Это такой в стаканчике, такой высокий, большущий, не знаю. Или сорт такой у меня, но я покупала, не мои ж. И смотрите, какая лавандочка, лаванды. Так, перчика, наверное, или 6, или 4, ну не помню, в гараже он стоит, я уже весь не заносила в дом. Чтобы показать, на вот эта маленькая лаванда, она, этот вот, $6 тоже этот стаканчик этот. И лавандочку тоже взяла, наверное, 4 или сколько, ну, не помню в гараже. И вот такая цибулька, можно сказать, друзья. Оно из рода цибули, лука. Взяла тоже 3 корзиночки, посажу. Начинаем. Смотрите, я не знаю почему, может быть, они там что-то обычно, если на Рождество что-то, то они сохраняют, а это может быть чистят или что, то что было на Рождество, то они выставили, или это с гаражки было. Ну вот так, вот такую штучку новенькую я взяла за, она стоила $2, кто-то ее продавал и отправил сюда. Она, друзья, новенькая. Смотрите, новосенькая, ну такая красотулечка, ну как же ее не взять? Когда пойдешь в Home Goods, да, магазин мой любимый, они, друзья, продаются зимой на Рождество, смотрите, новенькая, по $20 вот такие штучечки, то я решила ее взять, поставлю себе где-то там, местечко для нее найду, и все. Так, так что красивенькая, отскажите, такой пингвинчик такой хорошенький, миленький, красотулечка такая. И еще, друзья, тоже взяла. У меня как жатва, а то нету вот такие индюки. У меня нету ни одного. И он мне тоже очень, этот индюк такой красивый, и открывается, видите? Такое интересное внутри, в крапиночки такие. Тоже чистенький, новенький. Хорошенький такой индюк, то, ой, тоже взяла. Может быть, он очень, не, он небольшой, вот такой на ладошке. На видео может по-другому. Такие штучечки себе взяла. Так, дальше, стиральный порошок взяла жидкий. Галлон молока, бананы. Эти бананы уже лежали при выходе, можешь брать сколько хочешь, потому что они же считаются как бы переспевшие, перезрелые, но они как раз вкусные, друзья, вот такие, вот, спелые, спелые, смотрите, и та муха, я очень не люблю, друзья, мух, очень. Так, если я что-то делаю и появляется муха, я все останавливаю, беру лапу, и мне нужно ее убрать, вот так. Так, дальше.
туалетная бумага. Бананы. Еще я взяла две вязки. Такие, видите, уже они в цаточках таких-то уже. Кажется, что они острые. Так, покупные яйца белые. Такие. У нас натуральные яйца, домашние. Но таких наших не едят, домашних. Вот, дальше. Замороженные овощи. Этот раз я взяла вот такое ассорти. Здесь морковь, горошек, кукурузка и стручковая фасоль. Я их отправляю в морозилку, если готовлю рис. Или так, Давид просто любит тоже их взять, разогреть. Какое-то себе там блюдо делает. То оно очень хорошо. Тут у нас там был фарш, можешь брать свининый фарш, куриное мясо или вот говядину. То я взяла две таких колбасочки по 1 лб здесь. 1 лб. Фарш. Что так? Так, рис. 3 пакетика риса. Масло сливочное даже не потаяло, потому что было в машине. Я Мирославу ждала с работы, и хорошо. Оно лежало возле замороженных овощей. Очень хорошо, да. И вот такие, такая мука. Выпекать блинчики, друзья. Это очень удобно. Панкейки такие. Добавил только воду и все. Упаковки спагетти, и еще тут рис и баночки тунца нету, то куриное мясо вот в таких баночках. С этого мяса можно готовить, друзья, супчик такой легенький, знаете, диетичный себе добавляете, и все. И тут супчик куриный и фасоль. Тоже фасоль. Следующий пакет. Вот такая расческа, такой наборчик для волос. И большая, и маленькая. И кондиционер для волос. И тут может быть и дай шампунь. И кондиционер маленький. Может быть какой-то магазин. Отдал, потому что, ну, не раскупили, и уже нужно его куда-то что-то сплавить, знаете, то на бесплатку отвозят некоторые. Вот такая расческа деревянная. И маленькая, немножко помятые зубчики. И вот сумочка такая, тут шампунь, кондиционер. Так, дальше у нас идут тортилла, такие как, типа как лаваш, но лаваш вкуснее. Такая специя делать тако, приправ, тако дай такой. Так, мелина, это доширак, наверное, да? Вот биф я взяла, там есть курицы, макароны, крекер соленый и тоже баночки. И взяла две баночки персика. Ой, ананас. Очень он вкусный. Я очень люблю банки. Вот если есть такая открывачка, сразу открыл себе без проблем. Да, это кубиком. Есть такие, что кольцами таким, а это кубиком. Вот. И
даже сам сок очень вкусный, друзья. Так, и тут тоже я уже не буду доставать. Баночки, друзья, фасоль, кукуруза и зеленый горошек. И последний пакет у нас. Тоже уже хлеб этот берешь сколько хочешь. Я взяла два при выходе, потому что его очень много. Вот такие лепешки. Это они сразу разрезаны, видите, порезанные. Можно делать всякие бутерброды сюда. Жареное яйцо, какой-то помидорчик и уже бутерброд. И такие вот лепешки. Прям как домашние, да? Ой-ой-ой, как помялся хлебушек. Это, может быть, я положу и он отойдет. Вот в этой компании Сэр Али, вот, работают наши много людей на этой пекарне. Наташа Володина работает. Там выпекает. Не выпекает, а может, ну, какая-то позиция у нее. Собирает, может быть, в пакет этот хлеб, знаете, это. Так, нужно его ровненько положить, чтобы он отошел. Дальше. 5 апельсинов и яблоки. Хорошие такие и яблочки хорошие, и апельсины хорошие. Смотрите, вот. Две банки кетчупа. Цукини маленькие три. Может быть, это что-то сделать. Икру, может быть, на сковородочке так быстренько. Так. Две баночки растительного масла. И лук. Цибуля. Репчатая, наверное, называется. Да. Все. Вот такие мои бесплатные продукты, друзья, на сегодня. Да. Ну, огородика взяла тоже. Обязательно нужно посадить сегодня вечером-вечером, чтобы уже не было жарко. Я там местечко найду себе обязательно. И вот это очень, не знаю, что-то так люблю, так нравится. Сейчас у меня курочка там стоит, нужно уже что-то поменять. Ну, пока стоит. Ну, а это будет на Рождество, на Новый год. А то на жатву буду ставить. Индючка того. Все. Всем, друзья, спасибо за просмотры. И всем пока-пока.